Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Всем привет, мои хорошие! Мы сегодня приехали в Сосновый лес на прогулку. Муж такой говорит, поехали в Сосновый лес. Думаю, какой Сосновый лес? Я даже забыла, что у нас тут на лесу есть Сосновый лес. Потому что мы все время едем в Анагу, там на пляж, в какую-то деревню. А про Ла Эсперансу, тут про этот Сосновый лес, который я обожаю, я про него забыла. Что-то мы сюда редко приезжаем, хотя мне здесь очень нравится. И, о чудо! Я здесь дышу без проблем. Мы сюда приезжали зимой, я дышала без проблем. И сейчас у меня был забит нос. Это то, что утро. Полностью был забит нос. И я приехала. И у меня, знаете, сразу раскрылся нос. Расширились ноздри. И я мужу говорю, я хочу здесь жить. Реально, на лагуне какая-то фигня. Я не могу там дышать. У меня там забивается, я уже не раз говорила, нос. Этот вот нерв. Какая-то, наверное, аллергическая реакция. Не знаю, что происходит. Но я здесь дышу. Надо почаще приезжать там на Эсперансу. И желательно, не знаю, переехать жить поближе к лесу. Единственное, что на Тенерифе уже несколько месяцев не идет дождь. И воздух такой сухой, знаете, прокаленный, накаленный, как говорить. И, конечно, есть опасность пожара, потому что все сухое. И уже были у нас возгорания на Тенерифе и на других островах. Вот. Но в любом случае, у меня полностью открылся нос. Еще чуть-чуть остались там какие-то сопли. Но я в восторге. Знаете, такое чудодейственное какое-то эфирное эти масла сосновые, да? Ой, чудо-чудо. Короче, идем гулять и наслаждаться красотой природы. Смотрите, какое прикольное гнездо. А я же что-то, наверное, не гнездо. А просто вот эти иголки, которые опадают, сформировали такое якобы гнездо. Здесь такие красивые овраги. Поднимаешься. Овраги. Такие камни кругом. Короче, одним словом, красота. А людей целая куча. И на великах, и так. Я много снимать не буду в лесу. Не буду вас утомлять этими съемками, потому что, в принципе, все однообразно. И на камере это не так выглядит, как вживую. Поэтому немножечко прогуляемся и поедем домой готовить обед. Мы решили немножечко отойти с центральной дороги, по которой целая куча людей идет, чтобы они прошли и не шумели. Да, и зашли вот в лес. Смотрите, какую красивую шишку нашла. Красавец. Я как раз хотела обновить себе домой. Заберу эту красавицу себе на столик. Та уже такая у меня высохла вся. Поменяю. Такая красота здесь, на Ла Эсперансе. Решили присесть в лесу, насладиться тишиной природы. Но не получается насладиться тишиной природы, потому что здесь рядом дорога. Идут мотоциклисты, машины, люди. Ну, в коротких перерывах все-таки получается насладиться тишиной природы. Сели прямо на землю, сухо. Сначала сели на камнях, сейчас покажу. А потом сели просто на эту игловицу. Сидели сначала на тех камнях, а потом пересели вот так сюда на землю. Земля сухая, выжженная. Я в своих кроссовках этих, которых по горам ходить надо, видите, такая подошва специальная. Я их помыла недавно, они у меня чистенькие. И здесь кругом шишки. Видите, шишки лежат под иголками. Вот там тоже красивые. Пойду посмотрю. Ну, ты, наверное, точно домой заберу. Это тоже красивая. Вот какая красивая. Пышненькая такая. Сейчас подумаю, или эту, или ту. А можно же две заберу. Красивые какие.
гуляем по лесу, нашли вот такой указатель Синсалида, что означает нет выхода. Мы так постояли, посмеялись с мужем, потому что здесь вот есть дорожка, но походу там тупик на реке. Ну, прикольный такой указатель повесили. Синсалида, нет выхода. Смотрите, шли-шли по лесу, нашли вот такую красоту. Такой, знаете, как цветок-призрак. Такой белый-белый. Белый-белый. Мы уже думали, он засох, отцвел. Нет, он только начинает цвести. Смотри, какая красота. А вот здесь стоит сухой. Мы здесь были зимой. Вот такие сухие стояли цветы. А сейчас цвету. Насколько наша природа все-таки уникальна и красива. Смотрите. Все, наконец-то мы пришли к машине на стоянку. Конечно, жара неимоверная, я вся вспотела. Первым делом надо попить водички. Конечно же, я и в лесу пила водичку. Но сейчас был такой жесткий подъем в гору. Я вся вспотела. Все, едем домой готовить обед. Всем рекомендую к посещению гору Эсперанса. Здесь воздух, конечно, такой вообще свежий, приятный. Никакого проблемы с дыханием, как у меня. Очень полезно сюда приезжать. Все, мы уже дома. Я сходила в душ, как видите, подсыхают мои волосы. Уже как готовила, еду не снимала, потому что быстро-быстро готовила. Все у меня на трех сковородках жарилось. Сейчас покажу конечный результат. Такой у нас шикарный стол получился, смотрите. Высокая кухня. Высокая кухня у нас сегодня. Мясо жареное в панировочных сухарях. Таких вот этих кукурузы я пожарила. Получится эти грибы. Этот перчик, помидорку себе еще порезала. И это остатки яичка пожарила, такой омлетик. Здесь у меня безалкогольное пиво. Сыр будем есть овечий. Какое-то вино у мужа. Вот его тарелочка выглядит тоже очень аппетитно. Так, а я буду пить безалкогольное пиво. И, возможно, еще съедим горчичку. И такой вот соус для барбекю. Все, мы будем обедать. У нас сегодня такой обалденно вкусный обед. Всем приятного аппетита. Так, и на десерт мы съедим по мороженому. Я как бы не фанат мороженого. Ну, я люблю, но стараюсь не есть, потому что оно очень калорийное. Съедим вот по такому шоколадному рожку. Вот здесь один рожочек остался. Сейчас его достану. Здесь один рожочек. И здесь есть еще вторая коробочка. А вот и мои шишечки. Это старая шишка, уже, наверное, года два у меня. Здесь на столике уже, видите, все такая в пылюке. Я только вчера подумала, мне нужна срочно новая шишка. И сегодня жданно-негаданно поехали в лес. И я привезла себе такие две красавицы. Так что сейчас эту вот выкину. Видите, она у меня что-то перекосилась. Это тоже была вот такая же. Тоже была вот такая пышная, красивая. Так что одну поставлю сюда на столе. Ставлю. Вот эту, наверное, оставлю на столе. А эту поставлю на тумбочку к себе. И, кстати, не показывала вам, пересадила наконец-то свою орхидею. Сейчас ставлю кадр. В тот день не снимала, только как вот пересадку делала. Загубила свою орхидею. Короче, у меня был горшок без дырки. И я его поливала, ну, как бы раз в неделю. Естественно, вода никуда не уходила, и корни начали загнивать. И буквально где-то, наверное, мне месяца два так стояла орхидея. И у меня все руки не доходили ее пересадить. Хотя я купила уже и горшок, и эту вот мульчу, да. Смотрите, взялась пересаживать свою орхидею. Загубила орхидею вот за месяц, за два, сколько. Загнили корни. Я когда ее пересаживала с этого, с магазинного горшка, у меня корни были в идеальном состоянии. Но мне казалось, что ей места мало, надо срочно пересадить. И я ее пересадила вот в такой вот горшок. Накидала, тут мне посоветовали пластика. О, боже мой! Смотрите, правильно, я ее поливала. Я даже не видела, что у меня здесь вода стоит. О, придурок. Я же думала, она впитывает. А это же как бы... Ну, короче, у меня слов нет. Дура, дура. Загубила свою орхидею. Сколько воды. У нас было жарище, я думала, она как бы впитывает эту... Правильно, тут горшок без дырки. Чтобы вы понимали, дырки нету. Вода не уходит. И смотрите, и моя орхидея сгнила. Хорошо, что дошли мои руки
ее проверить. Ой, простите, а я смотрю, листик выходит, думаю, ей зашибись, значит. Загубила орхидею. Не знаю, восстановится ли она у меня. Буду сейчас срочно это все обрезать и пересаживать в прозрачный горшок. Вот такой, короче, горе-садовник я. Ну, наконец-то все же я пересадила, наверное, как почти неделю. Вот я пересадила, не поливаю. Посмотрела видео, как это правильно делается, оборвала эти гнилые корни. Вот, и видите, начал желтеть листик. Посмотрим, как она себя поведет. Я купила еще удобрение. Сейчас хочу, потом через 2 дня, неделя пройдет, попоить ее с этим удобрением. Надеюсь, что моя орхидея оклемается, потому что, видите, она опустила уже новый листик, и в этот момент я решила ее пересадить. Я надеюсь, что в самый нужный момент я ее спасла. И вот опрыскиваю свою орхидейку из пульверизатора. Вот такой я горе-садоводник. Так, куда мне поставить эту шишечку? Сюда наперед, наверное, поставлю. Чтоб видно было. Вот так красивенько поставлю. У нас уже вечер, после обеда посидела, не спала съезду. Попыталась полежать, заснула, проснулась. И посидела на ютубчике, в инстаграме позависала. Потом села монтировать влог. Сейчас пришла на кухню показать вам свои хозяйственные дела. И как вы уже заметили, у меня снова выскочил герпес. Это какой-то ужас ужасный, но я еще раз говорю, это из-за бассейна, я там подстываю. Потом с мокрой головой, меня вчера муж забирал, ну как бы дала такая полувлажная голова, забрал меня с бассейна, мы поехали в магазин, было открыто окно, меня просквозило, короче, мне хватило. Бассейн, холодная вода, сквозняк, летом, вот у меня летом герпес выскакивает больше, чем зимой, потому что сквозняки для меня это беда. Вот, я заколола такой крабик, смотрите, видно вам или не видно. Закучерялись мои волосы, я такое средство купила, потом покажу в Меркадоне, типа как, чтобы расчесывать волосы. А оно мне закучерявило мои волосы. Я пришла на кухню показать вам, как я помыла посуду и что я буду делать дальше. Вот, помыла посуду, смотрите, все чистенько, мои сковородочки, тарелочки, помидорки помыла. И вот я жарила мясо, как сказать, во фритюре. И мне жалко его было выкидывать, ну, выливать. Я его процедила. Вот так на бумажку процедила. Еще раз пожарим такие котлетки, что надо жарить во фритюре. И уже потом можно будет выливать. Так, у меня здесь замоченная сковородка. И сделала себе салатик. 100 лет уже не делала салат, потому что последнее время ем то скумбрию, мы ели 2 вечера, то селедку. Короче, набирала килограмм, называется. И вот сейчас решила сделать себе салатик, пока не поздно, чтобы не поправляться. А вот эти вот крокетки, вот такие штуки в Меркадоне мы покупаем. Вот это жарится во фритюре, тоже надо много масла. И вот такие всякие вот тоже крокетки мы вот вчера ели, я не снимала вам. Вчера тоже жарили во фритюре. Не такие, а были куриные. Очень классные такие. Под соусом бешамель, да? Ой, короче, да. Надо будет пожарить, как-нибудь показать вам, как это делается. Все, я буду вкусненько ужинать. Планом домыть эту сковородку и идти монтировать влог. Я уже половину смонтировала, еще половина мне осталась. Ну все, буду отдыхать. А, я думаю, что хотела сказать, включила камеру. Снова заложил нос. Если там в лесу я ходила, дышала, я мужу говорю, может купить какие-то такие эфирные масла вот с этими, ну, сосновым, да, таким ароматом, потому что я не знаю. Вот. Ложу нос, я задыхаю здесь, в лагуне. Здесь какая-то реальная влажность, непонятно, это то, что лето. Зима мне вообще кирдык, если летом я не дышу, а зимой так вообще. Тут еще у нас цветы зацвели, надо сейчас вам снять напротив, через дорогу, такой вообще ванизм. Я вчера вечером не поняла, вышла на балкон, такой стоял аромат, видно, не было ветра. Вообще из-за этого аллергия какая-то. Таким желтым цветут. Короче, веселуха со всех сторон. Цветы цветут, какая-то влажность здесь в лагуне. Я уже не раз говорила, хочу поехать в Беларусь и посмотреть, как я буду себя чувствовать там. Все, помыла 2 раз посуду. Смотрите, вешаю так тряпочку, чтобы высыхало, чтобы не гнило, да? Перчаточки, чтобы этот лак не стирался. Все равно постирался. Вот на этом ногте. Здесь нормально еще. Здесь уже стерся. Так, и хотела показать вам эти, как они называются, хлопья.
Где же они у меня? Даже не хлопья, а вот эти... Это панировочные сухари, да? Это из хлеба. А где мои, которыми я сегодня пользовалась? Куда я их поставила? А, я их в самый низ заперла. Ой! Не вниз, а к стенке. Вот эти классные сухари с маиса, с кукурузой. Тогда мясо намного вкуснее получается. У кого, не знаю, в Испании, кто живет, меня смотрит, купите, попробуйте. А в ваших странах, я не знаю, даже я в Беларуси как-то не обращала внимания, если у нас такое. Что-то такого не было никогда. Ну, очень вкусное мясо получается в этих сухарях. Все, пришла в свою спальню. Кстати, вчера постельку поменяла. Убиралась тут дома. Моя шишечка одна. Моя шишечка вторая. И буду продолжать монтировать влог. Монтирую вот в программе DaVinci Resolve. Буду монтировать влог. Всем большое спасибо, что вы есть у меня, что смотрите мой канал. Я очень в своих чувствах из этого герпеса. Уже, наверное, четвертый раз за лето. Все-таки, да, сквозняки и бассейн не для меня. Отхожу в август, и все, больше ходить не буду. Не знаю, что я буду делать. Буду заниматься йогой, а в бассейн ходить больше не буду. Печалька. Там реально какая-то холодная вода, я подстываю, у меня потом всегда такой заложенный нос, насморк какой-то такой. 2-3 дня прогреваюсь, проходит. Ладно. Ладно, не будем о печали. Еще раз обращаюсь к вам, мои хорошие. Всем большое спасибо, что смотрите мой канал, что поддержите меня своими лайками и комментариями, что подписывайтесь на мой канал. Как всегда, по традиции, всех обнимаю, не целую. Всем желаю всего хорошего, до скорых встреч. Пока-пока.